Привет! Не будем ее сегодня отпускать. А ей, видите, как хочется. Ах, ты такая корова. Ты моя красивая корова. Красивая корова. Ты какая шустрая. Какая она прям. Корова. Корова. Еще не убирали, я одна пока пришла. Не прочищали тут у них. Вот это все убирают, естественно. Вот это. Вот. И новые соломки подстилают. Тик. Еще никто не выходил. Мне уже наелась. Ой, хочется за нос потаскать, потрогать. А? Ну что ты за корова такая бегучая все время? Пока здесь, по ночам морозец такой уже 1-2 градуса. Но пока они здесь, потому что днем еще дни солнечные. Прям я говорю, ну жалко их убрать в сарай. Там что ты поставишь в загон, и телочка будет стоять. А здесь она, смотрите, хоть побегает. Ну не сказать, что ей тут... Ну здесь хоть мы и выпускаем иногда отсюда. Но здесь проще, правда? Что здесь сделал? Выпустил ее. А там в сарай поставишь, и все. Из сарая уже нам будет неудобно туда-сюда выводить. Чего? Комбикормик тебе дадут. Да, уже комбикормик можно. Ты хочешь так интересно побегать, а? С ребенком, если тебя выпустить. Ты такая же, да? Вспомнишь, как ты носилась? Где они там? Вон там нос торчит. Фу, облизал меня уйти. Она уже сено здесь кладешь, а она бегом к кормушке вместе. О, убежала, да? Ой, следишь за ребенком. Кормушки бежит за матерью, тыркается тут в это сено. Ну, правда, конечно. Ай, ты красавица. Ой, сейчас побегать бы. Ну, видишь, папа дома, я тебя одна сейчас не буду выпускать. Или выпустить. А потом я тебя загоню. Мы опаздываем, надо уезжать. Давай я тебя в другой день. Или днем, не знаю, придем, выпустим. Конечно, ребенку надо побегать. Да? Пока денечки такие. Пока денечки такие солнечные. Где эта корова? Вон она, корова. Порвешь кофту, мила, цепись! Не замерзает, муж любоится, холодно. Оля, корова там муж сказала, значит, ей холодно. В сарай побежим. И чуть что, Сара, чуть что. Господи, я говорю, просто они стоят, просто они мучат. А они не трясутся там, а они там живые, а им там... Да хорошо. Ну, по ночам холод, там у них соломка, сухо. Ты зачем ешь, дети, доски? Так они же и прижмутся ночью друг к другу, а днем солнышко. Вон, видите, она бодренькая, хорошая, она играется. Чего тут? Зачем тащить в сарай? Когда еще плюсовые дни, да еще такие хорошие. Ладно, плюсовые, был бы там ветер и дождь, конечно же, убрали в сарай, потому что девочка, она будет выбегать, не понимает, да, и все равно будет выбегать сюда на ветер, на ветер, на дождик, вот сюда, из-под крыши. Тогда и уберем. А когда такие хорошие еще денечки... Последние. Чего держать-то? Смотреть на нее. Ой. Все, пошла, ланку сдает. Нам уезжать надо. Вы построились, я здесь. Да, я здесь, все.
Доброе утро, мы начинаем. Зерна насыпала. Блин, стояли ровно в ряд. Нет, две возюкаются там. Идите, становитесь. Никак не влезет. Не там. Сейчас. Угу. Вид со двора. А ребята картоху копают второй день. Взяли этого, еще одного ребенка. Говорим, иди помогай, они не справятся. Но главное, похолодает, и уже на ночь картоху не оставишь. Ее нужно и выкопать, и разложить. Вон там кто-то, не знаю, кто там торчит на огороде. Вот, и Денька, и Авраам там. Ее же нужно и выкопать, и сразу же рассортировать, и убрать в подвал. Вот в чем дело. На ночь уже так ее... А, это Аврахин там. На ночь ее не оставишь уже здесь поваляться возле дома, потому что заморозки. Вот поэтому они тут быстренько. Приехали стулы. Ну, я всегда говорю, я блогер еще тот. Ничего не снимала. Я просто забыла. Вот. Прям только в 17:00 приехали, поели. Так хотелось полежать, поспать. Вышли гулять, как всегда. Они же стояли днем там весь день. Ну, у себя дома. Ели сено с кормушки. Каждый раз, каждое воскресенье у нас такая история. Одна и та же. Одна и та же. Я подбегаю быстрее погулять с козочками. Быстрее, могла бы не идти. Быстрее им же хочется. Выпускаю. И только сейчас уже мы здесь спустились, уже все ушли. И я аж вздрогнула. Почему? Догадайтесь, что опять я сделала. Правильно. Я их выпустила всех. И опять я забыла в очередное воскресенье про рыжую козу. Привязать эту рыжую мразину. А почему я вздрогнула? А потому что я увидела, что вот опять... Красиво бегут группы в рыжих купальниках, да? Вообще. Ну, опять уже там, за горизонтом. Я не знаю, как мы сейчас погуляем. Вот сейчас бегать, прям что-то у меня голова такая тяжелая. Ну, вечер, только приехали, да, устали. Я их не вижу. Самое главное, бежит. Опять, ну, понимаете... Ой. Ну, надо же такой тварью быть, да? Не хватает у нее там деталей, у нее нет вот этого вот ограничителя. Ну, я уже не потащу их назад, домой. Ой. Вон они, добежали. А как всегда бегут-то, главное, тупо. Места вот эти все хорошие. Я их хочу в другую сторону отвезти, чтобы погулять, где побольше травки, где деревья. Не, они бегут, просто тупо бегут, все места пробегают. О, смотрите. Видите? Косяк кос. А кто впереди? Вон она сейчас притормозила. А впереди, главное, сейчас бегут, и сейчас они мне туда. Они туда убегают, а там деревня. И они бегут до той деревни, пока их оттуда не погонят люди. Они, видать, там где-то лазят. Я туда прям так далеко ни разу не заходила. Но, видать, они там лазят. Там, не знаю, огороды, сады, что у людей. Вот. Ну, они просто так же, точно так же тупо туда бегут. И смотрите, вот они добежали до травы, да? Ну, нет же, видите, она бежит. Сейчас опять забежать вперед, перерезать им путь. Не представляется возможным вообще. Ну, что-то надо с этим делать, потому что, ну, туда, до следующей деревни, бежать вообще не хочется. Вот, все равно, то видео, помните, когда я носилась, когда, ну, кто-то поддержал, кто-то с понимал. Ну, естественно, люди... Вот, опять она стартует. Вы видите, она просто стартует. Вон, пока идет, сейчас побежит. Так и приходят комментарии, и тупейшие тоже комментарии.
А вот посмотрите, на том канале они кушают, ходят в лес. А посмотрите, на том канале они ходят, кушают в лес. А вы какая звериная хозяйка? Мозга-то не хватает у людей. Ладно, у коз, а у людей не хватает мозга. Сами же говорят, они у них ходят в лес. Есть разница, что козы ходят в лес или на соседние огороды? Вообще никакой разницы, да? И вот правда, ну тупейшие комментарии, они так и приходят, и приходят, и приходят. Когда я носилась тогда по полю-то. Ой, что-то остановились. Ну, это просто рыжая коза вот остановилась, сейчас она ломанется. И так и заматывают своими вот этими комментариями. Да, там они ходят, а вот на том канале они ходят. Угу. И что вот... Еще такой тоже бывает комментарий. Ну, это... И вот это что, какая хозяйка, в каких словах, что... Какие животные? Какие хозяева, такие животные? Я таким людям обязательно отвечаю. Это исключительно у вас. Если вы равно собака, равно корова, равно коза, если вы мозг наравне с животным, с простейшим, да, которые живут инстинктами, тем более там сельхозживотными, вы не приравниваете всех людей. Нет, не у всех так. Хозяйка равно животным. Или животные, они похожи на хозяев. Ну, до такой тупости, конечно, додумываются некоторые. Прям есть такие комментарии, да, не один. Это у вас. Это вы там равно корова, равно свинья. Ваш мозг и ваш мозг интеллект, скорее всего, равно корове, козе, свинье. Я не возражаю. Нет. Ну, вообще-то не так. Ну, тут надо, ну, я не знаю, вы что, ну, с диких гор спустились, из леса, что ли, с дикого, да? Вы в школе не учились. У них не такой мозг, как у человека. Ну, может, как ваш, я вообще не спорю. Вот, да? Ваш может быть. Это я тем людям, которые пишут такие комментарии, что такие животные, такие и хозяева. Животные похожи на хозяев. Понятно? Так что мы с козами прям одно лицо. Ну, прям вообще. Угу. Вот. И правда, ну, вот они такие аж частые комментарии. Это понятно, что просто язык-то он не держится и заходит просто нагадить. Ну, вот так вот и отвечаю таким людям. Побежали, побежали. Надо так каждый раз такая, она прям как ждет этого момента. На веревочке вся такая миленькая, вся такая, я ее отвязываю, мы опять на выгул ко всем вечером. За хозяйкой не на шаг, все. Ну вот как только отпускаешь со стадом, у нее срабатывает вот это. А что ты запыхалась-то, по-моему? Бежать за этой дурой запыхалась. А, я ее не показываю, думала. Видите, она тяжело дышит, потому что за это и вдирала все стадо. Ну, у тебя бока самые большие. Я вот тебя не понимаю. Может, ты опять у нас, как в том году, покрылась в июне? Может, ты моду взяла, ты опять раньше покрываться, а я не знаю. Потому что у нее бока такие вообще. Надо послушать, когда поставлю ее доить. А то я тогда учуяла, там уже дети вовсю толкались. Она прям еле дышит, пробежалась. А я еще давно, не помните? Я на нее посмотрю, по-моему, у тебя бока здоров... Смотрите. Ну, смотрите, это что, месяц беременности? Ну, я понимаю, там сейчас... Накидали им там поесть, ну не до такой степени, а некоторые тощие. И вот я на нее каждый раз, как посмотрю, ой, помыл, что ты у меня прям это, что ты у меня прям... А может, опять уже скоро родишь, а? Скорее всего, может быть. А, ну нет же, ну нет же, мы же, я лично тебя видела, и ее, и эту, и рогастую козу, ну, которая тоже белая, занинская. И лично же я наблюдала вас. С Алтаем, да? В начале августа. М?
Может, у нас просто такая отъетая? Запыхалась. Видите, за этой задурой. Ну, вон, остановились. А там дальше они бегут туда, в деревья. В деревья. В деревья. И там деревня. Я там не была ни разу. Вот, но сначала, знаете, они так уходили, приходили. Убегали. Я их ждала. А потом уже я слышала людские крики. Да. Ох, зря ругаюсь. Ох, наговариваю, опять на своих коз возвращаются. Вот так что, уважаемые зрители, вот такие. Ну, только такие, понимаете, да? Хорошие у нас зрители. Совсем не обязательно, что меня все любят, все поддерживают, все понимают, но хотя бы просто есть такие, которые смотрят и хотя бы не ругают, и то хорошо. Вот есть такая категория людей, которые лезут прям, ну, везде, во все. В белье, в штаны, не знаю, во всем. Лезут, и они всю тебя разложат по полочкам, все как ты. Ну, они почему-то считают своим долгом проанализировать тебя, разложить и прокритиковать, да, вот такие вот. Ну, дома их, наверное, не слушают, не уделяют им внимания и времени, поэтому они хоть с чужими людьми, у чужих людей выскажут свое мнение. Вот так что, уважаемые зрители, я вообще ни разу не спорю, что животные похожи, может быть, на хозяев и вообще на каких-то людей. У вас это, наверное, так, что сельхозживотные – это то же самое, что и вы. Даже не спорю с вами. Да. Вам же виднее, раз люди так утверждают, значит, у них так, и им видней. Вот. Вообще здорово приравнять себя к свинье, да? Нормально. Да. И мозг, самое главное, такой же, да? И вид, наверное, у них такой же. Ну, ничего не поделаешь. Повезло вам так повезло. Держитесь, крепитесь. У всех разная жизнь, видите? Кто-то спокойно ходит с козами, кто-то по полям носится за рыжей козой. А у кого-то, мне кажется, ситуация еще хуже. Он вообще похож на них.